Ой! Ой, ма. Сраный виджет. Ой. Ой. Опять сраный блинк. На силу. Нет, только не это. Так, я сейчас в доте звук поправлю. Где музыка? Нахрен. Голова снова. Никита понял всю прискорбность ситуации. Не рискуй. Пока! И чё ты напал на него так, а? Потому что могу. Могу ещё так сделать. Не по-человечески это. Не по-христиански это. Чертилы поганые. О, в смысле помахнуть? Сюда! Сан Кинг, буду нападать на Квин. Где он? На верхней линии. Спасибо, Сан Кинг. Пошел на... Мама Мия! Я жду Мию. Спасибо. Ну хоть... Драга. Хотя армлет, блядь, и в обратку. Какого? Стоит. Боль приближается. А баночка-то на одного-то не действует. Это приятно. Больше ты ничего. Ой. Не услышишь. Пока. Блять, армлет хочет не может, сука. Значит, как напужаете, блять, мы армлет включаем, блять. Как, блять, против Квин, мы армлет не включаем. Че за хуйня? Всякие там Fortnite и PUBG. Пиу. Пока. Драгонайт. А, тупанул. Тупанул. Да петуха не трожь. Придел. Чё, пуш сюда, куда еще идет? На. И ты хочешь, да, пить беды? Хрен тебе. Сюда, сюда. Подожди, сейчас уродочка соберется, блядь, на безмолвие умеешь прыгать? Думаю, нет. Сука. БКБ пособирать. Вперед. Пам-пам-пам. Я же не готова. Блять, Вова! Ну как бы помянем. Кровь, безумие, обожаю. А в смысле ты такой быстрый? Еще рано. Агушу ел, да? О, да. Агуша. Агуша. Хватит терпеть боль. Живее. Пам. Мне нужна такая. Агуша. Зарежу нахуй! Кстати, у меня предложение. Либо поганище. Как насчет сыграть в режим Ability Draft? О, я согласен, я обожаю. Понимаешь, что? У нас диалог с Никитой был? Я просто сказал ему, Вован просто соберет все пассивки на живучесть и нанесение урона, и все. Ему ничто не страшно будет. Просто даже... посмотри. Ничего, на Джакира, смотри тупо, он нихуя не может сделать. Ну, физически я могу, только не с селёдкой под спидами. Уписай вы, блядь! А чё вот, открывать не могу? Сначала войди в зону. Забирай. А зачем фантому этот? А чтоб ты его два раза подряд убивал. А, может, тогда он... спасибо. Может, он успеет убежать.
это его будет. Знаешь, эту пикчу, где это пингвин кранится, и там написано «Спасибо, нахуй». Да-да-да. Я тут. За кого? Давай за меня. Для равновесия во вселенной. Прикол только в том, что боты это не умеют играть в Абилити. Серьезно? Да. Я бот, выходит. Я буду потом выходить. Так, что тут у нас? Смотрим, кто у меня. О, классно, у меня файл. Мне Сэнд Кинга дали, ой-ё. Приростный интеллект. 3,6 за уровень. Так, а чё мне брать? Я нихуя не знаю. Да, 250. Я только сейчас задумался, знаешь, о чем же, что звук, когда иллюзия пропадает, очень похоже на открытие бутылки. Оп, это так. Прям приятно слышать. Что-то прям. Саратовский паня, да, блядь. Да, прям такое, что-то родное такое. Хорошо. А, кстати, фантом. Если чё, стандартная сбока в этом режиме не рабочий вариант. Нахуя эта информация очевидна? Я только сейчас это осознал. А я это осознал с самого начала, потому что скиллы-то нестандартные. Ну да. Мне надо уходит урон. Ну у меня так как два скилла стандартных, мне в принципе недалеко нужно уходить от изначального плана. Ну, мне как бы тоже. И просто Вова, которому надо будет собираться физ дэмэджа на маге. Просто для угара. Чтоб вы понимали, у меня все скиллы это пассивка. Твою мать! Сука! Я тебе так и знал, Вова. Плохой ты человек. Так и знал, что ты так сделаешь. Радость. Подлость. Второй скилл Слардара на иллюзиях Фантома. Хорошо. Очень мне. А если даже нет, у меня есть скилл это Войда. Некоторые даже не понимают, что он, о чем он говорит, потому что у меня нету маны. Поверь, я тоже иногда себя на этом обью. Это теории и бред сумасшедшего, поэтому... У меня маны нет. От зло совсем. Она мне не нужна, все. А мне она нужна. На этом... Как его, шуты? Энигме, да? Это, знаешь, звучит как плохой анекдот. Ну да. А Абилити Бедрав сам по себе как плохой анекдот. Разумеется. Пока что все по плану идет, пока работает с Кафедрой. У меня все идет не по плану, я не могу никак дома подумать. Все идет по плану. Или не по плану. Здесь нужна другая песенка. От винта, ваша центральная. Потому что именно от винта катится моя психика сейчас. А стоп, а откуда оглушение? А, от солдата, да? И не только. А таймлок не? Процентное оглушение Войда. Да ешь и крыться, и ебу в этом. Знаешь, что я понял? Если брать талант на золото, будет жалко, если ты взял талант на золото, а потом умер и потерял уже это золото. Довольно обидно получается. Фантом нихуя не понимает. Фантом охуевает.